Мы это дамы. С режиссером. С лошадью. Она написана по старинной технике фламандской на доске с левкасом. Прошу обратить ваше внимание с обратной стороны. Может, сигнализация не сработает? Нет. Обратите внимание, вот тут доска с шпонками, которые внутри. И есть клише автора, подтверждающее подлинность произведения. Это на случай подделки. Да, знаете, в Китае был. Понятно, были прецеденты, я понимаю. Прецеденты, да. Замечательно, надо же. А о чем еще вы могли бы рассказать? Что-нибудь с обратной стороны у какой-нибудь работы еще есть? Есть, да. Вот, собственно, я работа тоже на дереве. Называется работа «Ужин». Ужин? Ужин, да. Видите, какое выразительное выражение лица. У этой дамы, да. У этой дамы. Да, но выражает всю ее внутреннюю сущность. А, да вы реалист, я погляжу. Да, вы знаете, я ведь, когда написал работу, как в воду глядел, так сказать, все сбылось. То есть есть оборотная сторона у работы, понимаю. Давайте. Так, да, как у человека, знаете, так вроде бы не совсем, ну вот смотрите, да. Тоже на доске, но тут уже шпонки совсем по другой технологии. Это вы выжигали, что ли? Выжигателем? Да, я выжигатель. Прожигатель в буквальном смысле. Прожигатель жизни. Вот, обратите внимание на шпонки, которые здесь присутствуют. Угу. Обалдеть. Да. А, знаете, вот про эту работу хотел рассказать. Угу. А, здесь на работе присутствует колючий плющ. Колючки, да? Я не помню, как это точно растение называется. А! Да. Укололся. Да, ну, кровь не втекла, ну, это вы же виртуально. Ну, и помимо этой одной колючки, там сохранились колючки сухие, просто кусты. Вот. И прожила трава, которая производила впечатление, как будто она подстрижена. Сначала я подумал, возможно, это какие-то травоядные типы коров пожирают. Но трава была пострижена очень коротко, как будто машинкой. Вот. И где-то на третий сеанс написания, когда вышел на натуру, я увидел кроликов, целое поле, несколько сотен. Да, сотен? Сотен. Потому что когда я обернулся на поле, и мне показалось, что я принял какой-то легкий галлюциноген. Потому что, знаете, поле ожило. То есть вот я обернулся и, значит, прикольно. Сочек какой-то. Да, да. Ну и оказалось, что кролики таким образом выгуливаются. Что они? Выгуливаются, фермер их отпускает. А, фермер? Да. Я думал, это дикий кролик. Нет, нет, это фермер отпускал. Вообще вы себе. Ты снимаешь, да? Спасибо. А? Да, да, спасибо. Вот. Ну надо же, дикий фермер. А может, у него девушку попросим немножко рассказать о выставке? Давай. Давай. Ну так, на память. А то я когда сам. Ну, конечно. Я хотел спросить, а вы могли бы немножко выставки моей рассказать, кто как бы сам сидит? А, это странно. На видеокамеру. Ну, ну да. Просто на память, а потом мало ли может пригодиться. Прямо сейчас? Ну да. Да это на мою. Врасплох. Врасплох, да. Так же, как вы, собственно, рассказывали тогда. Ага, я понимаю, да. Ну, хорошо. Не, ну я-то расскажу, собственно, я-то, то есть, как бы там себе. Да. Да. Маниакально немножко. Вы можете пока чаю попить где-нибудь, а то я всегда не очень, когда я как раз рассказываю о ком-то, в его присутствии меня это всегда смущает. Мы да тебя вы представьте, что я выгоню. Это нормально. Да. Это будет очень правда. Ну, тогда цена твоих работ просто взлетит, все. Ну, я не знаю. До небес. Мне тоже будет все равно. Так, именно о чем вам сказать? Да, о выставке в целом. Я не знаю, если есть вам что сказать, скажите. Сейчас я подумаю. Я в основном просто рассказывала о сюжетах. Я просто в основном рассказывала именно о сюжетах, о графике, поскольку я не профессиональный художник, вообще у меня нет художественного образования, да, то есть я рассказывала немножко о вашей биографии. Ну хорошо, вот. Вот, вот об этом расскажите, это отлично. Ага. Это, я говорю,
для чего я это собираю? Я собираю это для того, чтобы в архиве просто оставалось. Потому что вот так вы рассказали этим людям, они ушли, и как бы получается, что эти люди кому-то что-то передадут, а вот так это на видео отсняли. Ну да, да, да. И это может потом, вероятно, в будущем, как я говорил, снимали этот документальный фильм, а как по факту оказалось, что нет ничего. То есть были эти живые встречи, фотографий практически нет, видео нет. И все вот. Ну там какие-то документы, там, да, как, вот но это все это как-то звучит. Ну да. Поэтому, ну просто в свободной форме то, что хочется. Ага, хорошо. Все, мы уходим отсюда. Все.